Добро пожаловать на канал Harders at Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto E22. И сейчас я покажу вам, как перейти в режим Recovery. Итак, для начала мы отключаем наш телефон. После чего нам нужно зажать кнопочку питания и увеличение громкости. Попадаем в такой вот режим. Здесь мы при помощи кнопочек должны перейти в режим Recovery, точнее найти режим Recovery вот здесь. Вот он будет написан. Вот мы нашли, и для выбора мы нажимаем кнопочку питания. Далее нам нужно обойти нашего лежачего андроида. Для этого мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости и попадаем в рекавери режим. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.